День Победы во дворе. С улыбкой на лице мичман Левада Василий Сергеевич наблюдает за концертом под своим окном. Ему 97 лет. Во время войны служил наводчиком на трале Тихоокеанского флота. Уничтожал вражеские морские минные поля. Сегодня наше поколение говорит ему спасибо. А ветеран, хоть и из окна, но с радостью делится своими впечатлениями. Василий Сергеевич, вам понравилось? Такой особый индивидуальный подход – одна из немногих возможностей в период самоизоляции устроить праздник тем, кто боролся за мир и наше будущее. 94-летний скрипник Юрий Федорович с гордостью надевает форму с орденами и выходит послушать любимые композиции. Меня всю жизнь сопровождал марш прощания славянки. Везде. И на войне, и после войны. Вот. Так что больше всего я люблю его, этот марш. Желания ветерана военные воплотили в жизнь. В планах Тихоокеанского флота провести 8 таких концертов во Владивостоке. Подобные адресные выступления проходят и в других регионах страны. Поднимаем России знамя. Дмитрий Беломестнов, Денис Ивлев, Денис Юнак. Новости на восьмом.